Фермерский фестиваль «Свое» впервые проходит в Республике Алтай. Здесь, на главной площади Горно-Алтайска, свою продукцию представили более 90 фермеров. И у всех присутствующих есть возможность не только познакомиться с новинками, но и попробовать все эти натуральные продукты. Этот общероссийский форум запустили в 2017 году. С тех пор он проходит в разных городах и регионах России. За 7 лет его участниками стали тысячи фермерских хозяйств страны. Было реализовано свыше 250 тонн продукции. В Горно-Алтайск съехались производители со всей республики, а также Алтайского края и Кузбасса. Такие масштабные мероприятия помогают нам развивать сельскохозяйственную отрасль Республики Алтай и продвигать нашу локальную фермерскую продукцию. Мы уверены, что именно такая продукция является самым надежным источником здоровья. Неудивительно, что на фестивале было представлено много меда. Им славится Алтай. Разнотравие, гречишный, подсолнуховый, с кедровыми орешками, маточным молочком и даже с миндалем. Пасеки напрямую представляли свою продукцию. Купили пыльцу, купили пергу, медный продукт, медовый продукт, правильно сказать. Но не только медом можно было полакомиться на фестивале. Алтайская земля представила все, чем богата. Сыры, шоколад, колбасы. За некоторыми вкусностями, как во времена дефицита, образовалась целая очередь. Мы предлагаем ряженку подворье и йогурт дыня. Предлагаем выдержанные сыры. Вот 3 месяца выдержка, 12 месяцев выдержка. В большом разнообразии была сувенирная продукция, тоже натуральная. Керамика, изделия из шерсти, меха, камня, ароматические свечи и мыло на травах. Почти 20 лет уже на рынке с натуральной продукцией по уходу за телом. Шампуни на отварах трав, мыло с эфирными маслами. Люди с удовольствием посещали выставочные павильоны. Даже пасмурная погода не помешала хорошему настроению и полезным покупкам. Жители по достоинству оценили фермерский фестиваль. Посмотреть хоть что производят у нас где-то за пределами, может быть, даже республики. И в республике мы же не всегда это видим в каких-то магазинах специализированных. Не всегда ходим в них. Поэтому общаемся, пробуем. Очень спрос большой. Смотрите, сколько народу берут все. Мы уже взяли, отнесли в машину и прогуливаться пошли. Я купила очень вкусный мед, который мне больше всего понравился. Откуда вы знаете, что он вкусный? Потому что попробовала, продегустировала. Смотрим сыры, мед, все очень вкусно, замечательно. Надеюсь, что покупка будет у нас удачной. Юлия Цапко, Илья Петков. День с толком.